приветствую. И предлагаю небольшую обзорную экскурсию по Савонлинна. То есть, что это по-фински? Это регион Савва. Регион Савва, крепость в регионе Савва. Вот как раз крепость располагается за нами. И мы как раз сейчас пройдем с вами по улице Савонлинна. Деревянная застройка. Что сказать, очень тихое, такое пасторальное место. Слова здесь особо не нужны. Ну, мне очень нравится деревянная застройка. Это очень красиво. Аккуратные вывески. Деревянные дома в стиле модерн. Все аккуратно. Здесь находятся гостиницы. Гостиница Сайма, вот я прохожу. Немного неудобно идти, но во всяком случае в моих кроссовках достаточно скользко. Набережная Савонлинна. Вот там стоит Сайма буксир. Вот так. Я бы сказал, это кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Еще я пришел туда, где нет похода. Ладно, небольшая пауза.